Не только дети любят слушать сказки. Эдуард Шнайдер. Не только дети любят слушать сказки. Я раньше думал, их читают только старики, которым лет по 40 или больше. Такими динозаврами казались мне они. Теперь, когда мне 50, так больше не считаю. Я вовсе не старик еще. Я и в хоккей играю. Но дети улыбаются, обидеть не хотят. И мне читают сказку про волка и козлят.